Привет, орлы! Может быть, ну, учитывая, что я играю в новое DLC, скорее всего, его посмотрят люди, которые, возможно, на меня не подписаны. Самое время! И позвоните в колокол. Так, как бы смоделировать звонок в колокол? Получилось. Я думал, будет более звонко, но ладно, это... Керамика не звучит. Сожженные мосты. Вторая глава из 7 глав. Я буду делать одно видео на главу. И если что, плейлист в описании. Там будет все. Если вы смотрите вот одну какую-то главу сейчас, можете проверить плейлист. Может быть, они там уже все есть. Может быть, вы предыдущую пропустили. Сожженные мосты. Вперед. Одиночная игра совместно. Тут везде есть совместная игра. Причем, судя по иконкам внизу, под всем этим текстом, на двоих. То есть, максимум 2 человека. Постой, по-моему, в оригинальном Far Cry тоже максимум 2 человека. Так что кооп на двоих. Кстати, игра, в которую можно играть вдвоем. Far Cry. Одна из тех игр. Я вот только что это осознал, что Far Cry — это же кооп игра, по сути. Там весь сюжет даже в коопе можно пройти. Что является бредом с точки зрения повествования. Но с точки зрения и интереса игрока это круто. Еще, кстати, можно подписаться на меня ВКонтакте, чтобы не пропускать сторис. Я в сторис часто инфу скидываю и на стену себе в ВК. Что-нибудь эксклюзивное. Кто-нибудь, чего вы не ждете. Кстати говоря, там паук выходит в сентябре. Ждем паучка, я вот жду. Ох ты. Кто это? Серега, что ли? Я фанат твоих военных фильмов с глубокими героями. Спасибо. Сними нечто столь сильное, что зрителей накроет ПТСР. Посттравматический синдром. Лучшая из всех презентаций, которые когда-либо делали в лифте. Только представь. Элитный отряд спецназа. Они жгут ходячих мертвецов на разрушенном мосту. Бойцы совсем одни, кругом вода, но им плевать, потому что они лучшие. Это отсылка на Resident Evil? Зонтик. Убивать зомби? Да сколько угодно. Была бы поддержка. Но иногда поддержка косячит. Упс. Ребята, вы промазали! Отправлю своих бойцов вперед! Без патронов никак! Что делать, когда патронов нет? Задача меняется! Уничтожение на выживание! Выживание! Это наш единственный шанс! Война против врага, который уже мертв. Довольно занятно. Горящие мосты. PlayStation, не лагай! Героиня должна забрать боеприпасы. Или отряд погибнет, и все станут зомби. Ладно, понимаю. Очень красивое освещение. Вот, блин, создатели Far Cry могут ведь в хоррор, если захотят. Вопрос в том, ребят, почему вы не делаете полноценный? Так, как я понимаю, это, видимо, тот гениальный сценарист, который придумал с хоррора, это его... Ох ты ж, чёрт, ребят, а вы сможете залезть сюда, не? Сделайте живую горку, как в фильме «День Зет», или как он назывался, где играл вот этот потлатый. Потлатый чувак бегал, короче, похожий на меня, и всех спасал. В Израиль приехал, спас израильскую солдатку, ну, солдата женского пола, и потом отрубил ей руку. Как тут фильм назывался? По-моему, «Война с зомби Зет» или «Война миров Зет». Рядом лежит крутое оружие. Ой-ой, а где труп напарника? Она знала, что этот парень сдохнет первым. То есть, постой, получается, командир отряда последний, кто остался. Так нахрена и патроны сидел бы, ждал помощи. В чем смысл? Чувак, твой фильм бессмысленный, гениальный сценарист. Твой фильм makes no sense, boy. Так, постой, а, вот напарник. О, да, у него крутой автомат с кучей патронов. Непонятно, зачем он туда бежал и вообще куда-то. Постой, как мне пройти вперед? Ничего, в огонь прыгать? Ребят, вы больные? Так, ладно. Так, нет, нет, плохая идея. Огонь, огонь, плохая идея. Вот он, проход, черт возьми. Я вообще думал, что тут будет прям прорыв-прорыв. А оказалось, здесь нужно думать. Приветики. Черт, я учусь играть с контроллера, а я неплох. Даже узкое поле зрения не особо мешает. То ли его пофиксили, я помню, играл на Игромире еще на PS4 очень давно. Ну как, год уже прошел. И там поле зрения было настолько узким и практически не играем. Там на PS4 Pro все лагало, а здесь нормально. Починили игру. Сыграми. Хоп, давай, давай, отойди. Кстати, графика для PlayStation 4 очень сочная.
прям охонь. На ПК я бы не сказал, что сильно лучше, разве что тени освещения помощнее. От, ну, освещение я бы сказал. То есть, в принципе, и так вот тени хорошие, свет хороший, но на ПК получше будет чуть-чуть. В принципе, это не важно. Я не думаю, что это сильно портит повествование. Источник инфекции. Опять этих... Рядом нет людей, так? Никаких диалогов. Просто резня зомби. В смысле просто резня? А как же мутаторы? Слизь? Реки крови? Ну то есть чувак пытается сказать, что мне не нравится. Потому что по сути происходящее бессмысленно, как я и сказал. Но для игры это подходит. К тому же в юмористическом ключе. PlayStation 4, перестань! Или это мое устройство захвата? Может перегрелось, а? Это у меня в комнате жарко, сейчас все-таки лето. Август тоже лето. Доберитесь до гребаного оружия. А, вот оно, что надо сделать. Черт возьми, зомби навалились. Надо отойти, неудобно стрелять. Кстати, зачем я расстрелил капсулу на одной из этих штук? А, чтобы зомби перестали вылезать. Хотя, по сути, у меня одной и той штуки хватит, которая впереди. Дернулся рука. Так что может пойти не так. То есть патронами беды нет. Не знаю, зачем мы идем за паком для помощи. Хотя, возможно, это условность. Просто чтобы был смысл. Черт, они сейчас еще зомби наклепают. Интересно, а тут будет какой-нибудь супер зомби? Просто пока боссов зомби ни одного не было. Только самые простые. Так, все, врубайся. Хватит делать у-у-у. Хватит делать у-у, как сломанный жесткий диск. У меня под столом. Покупаю уже второе, они все ломаются. Все, минус дерьмо, да? Класс. Так-так. Навестись на контроллере. Задача не из легких. Хопа. С дробовика стоять на контроллере, кстати, в кайф. Ну так ты будешь закрываться? О, спасибо за проход. В бензовозе пробоина, и теперь вся дорога в огне. Что это значит для героини? А, огонь олицетворяет проблемы с гневом. Она не умеет управлять им. Ладно. Опрокинутый поезд? Погоди-ка. Сраный опрокинутый бензовоз! От взрыва все вокруг обгадятся! Но опять же, это бессмысленно. Хотя, вот этот вопрос, что это значит для героини? Какая разница? Ничего. Это боевик. Боевики ничего не должно ничего значить. Ну как, окей, это плохое описание, но это не важно. А можно как-то раскрыть главную героиню? Да, она умеет все. Ну это вообще-то, кстати, да. Это раскрыть надо. Даже в боевике надо раскрыть. Хотя, не знаю, мне кажется, многие русские фильмы не мучаются вопросом раскрытия, смысла. Давайте все взрывать. Недавно ходил на фильм «Днюха». В чем был смысл фильма? Если главный герой оказался не мудаком. Графика, это было бы низшей точкой фильма и... Ха-ха, моста! И моей карьеры. Что ты сказал? Не. Презентация в лифте. Кстати, нам про это рассказывали продюсеры, когда я учился в киношколе. Про презентацию в лифте. Куда идти? Буквально. Как насчет внутреннего монолога? Об отчаянии, потерях. Да ну, она просто использует кошку. Которая у нее появилась откуда? Неважно, это Far Cry. Кошка. Кто я, кошка? Героиня видит здоровую клетку. Кто был внутри? Может, клетка напомнит ей о времени, проведенном в плену? Точно! А зомби олицетворяют людей, погибших у нее на глазах. Интересно. Ну черт, Арси, да, вот это интересно. Они тянут ее на дно своими руками, хватают ее за щиколотки, иногда хватают за сиськи. Ну, это для того, чтобы мужикам нравилось, а не потому, что я извращенец. На самом деле, я не такой извращенец, как все думают. О! Зомби пустили ее друга на закуску. Какие чувства она испытывает? Никакие, плевать. Будем надеяться, отвращение. Постой, это спас 12!
Чё-то он мощнее, как я понимаю, но черт тебя за ногу. Патронов в нем мало. Чё-то он не такой крутой. Не, мне не особо нравится этот дробовик. Я, наверное, возьму тот. Он как-то... Знаете, в нем была душа. Вот в этом дробовике, который у меня был до, вот Спас 12, в нем была душа. В этом дробовике нет ни души, ни духовных скрепов. Поэтому я не готов его взять. Чё, там у меня нет гранат? Господи, что за зомби? Игра без гранат. Такая толпа зомби. Сейчас бы грену смачно из гранатометика. Бух-бух, и было бы классно. Опа. Прорываемся вперед, ребят. Не, ох ты, черт, все, прорыв отменяется. Разработчики знали, что я буду рвать. Ребят, не сможем прорваться, сдохнем. Все оружие не перезаряжено. Так, о, пробиваемся при помощи биты. Давай, лечись, лечись, лечись. Нет. Нет, у нас не вышло сделать прорыв, потому что я оказался слишком самоуверенным. Нет, на самом деле я просто хотел, пройти сценарий, не пройден. Вы умерли в собственном фильме? Серьезно, что ли? Да, такое бывает. Это нормально. Пойду пока попью водички. Тут была надпись интересная, если вас двое, то как бы... Блин, а сначала что ли? По какой-то странной причине у меня в руках MP5 появился. Я не помню, когда я успел поменять дробовик на... Ой-ой-ой. Героиня узнает, что зомби пустили ее друга на закуску. Какие чувства она испытывает? Возьми вот этого, да? Это был мой друг, похож на немца в каске. Героиня не испытывает никаких чувств. Зачем нам эти сложные? А ничего не чувствует, а просто биоробот. Просто Detroit Being Human на минималках. Вот кто она. Твою мать, зачем у меня открылось меню, господи, моего жесткого диска? Уйди отсюда. Почему папки открываются на моем компьютере сами? Тут момент, как компьютер повыкидывать в окно, потому что он залагал. Вы давай. Все, ребят, все, сейчас я расчищу путь, и не будет проблемы, как в прошлый раз. Но придется постоять и пострелять. Я просто раз поспешил, как бы, я хотел пройти поскорее. Эти узкие казематы, но секрет в том, что их как раз не надо проходить быстро. Черт возьми! Я сейчас не прохожу быстро, оно само меня проходит уже. Сколько можно гореть-то, господи, по-моему, гореть уже нечем. Так, все оружие перезаряжено? Нет, не все. Главное, боль этого DLC, перезаряди оружие. Я думаю, что половину... Я думаю, можно сделать нарезку. Кто-нибудь, сделайте нарезку того, как я перезаряжаю оружие. И вы увидите, вопросы для винтовки, для всего, и выясняется, что нам не нужно добираться до контейнера, потому что все и так прекрасно. Так, нам надо наверх, как я понимаю. Че, сейчас проберемся. Тут их не так много, если так подумать. О, ребят, здравствуйте. Можно стоять просто на уровне головы свой прицел держать, и вот что я сейчас делаю. Ой-ой-ой, вы как-то близко подходите, дамы и господа, это же театр. Стойте на расстоянии от артиста. Так, где выйти? Вот я сейчас снова помру, потому что выхода нет. Аптечечка, аптечечка мне, пожалуйста. Мы живы, мы живы, мы живы, это хорошо. Получай биты по голове. Оно мертво? Ух, оно растаяло. Как летний снежок. Откуда-то у меня теперь появилось дробовик, хотя я не менял дробовик. Я не знаю, это баг, потому что, ребят, вы видели, чтобы я менял оружие? Я не менял оружие. Наверное, это баг. Очень странный, кстати. Дробовик все-таки больше подходит для зомби, потому что close quarters, сам бог велел. Ой-ой-ой. Героини проходят через убежище бездомных внутри моста. Оно кишит пирующими зомби. Что ты хочешь этим сказать? Изручаткой. Ну, что, быть бездомным плохо? Рискованно с твоей стороны. Слушай, меня правда волнует эта проблема. Я хочу, чтобы у каждого человека был свой дом и целая полка дисков с моими фильмами. Дисков? Чувак, ты, я не знаю, в какой эпохе ты живешь? Мезозой, чип или азой? Не пойму.
Дисками уже никто не пользуется. Ребят, у кого-то... Кто-то покупает фильмы на дисках, мне интересно. У кого-то есть сейчас DVD? Я имею в виду старые DVD. У меня у моей мамы стоят мои старые DVD с фильмами. У кого-то есть новый, вот, кто недавно покупал DVD? Если да, то... Ну, я не знаю, как с вами разговаривать. Вы какие-то архаичные. Зачем вам диски? Скачайте файлы, смейте где угодно. Диск надо носить. Диску нужна коробка. Диску нужна полка, в конце концов. У меня, например, дисковода. У меня даже если я куплю диск, мне не на чем его будет, например, дома смотреть. У меня нет дисковода в компьютере. В ноутбуке лизином он вообще сломался. То есть, как бы, я современный человек. Я жду, когда уже в компьютерных играх. А, вот оно. Откажутся от дисков полностью. И берет... Новую пушку! Нужны характеры? А как насчет адского зомби-яти? Сюжетный твист! Вот так! Черт возьми, адский зомби-яти! Вы рофлите, господи, рофл контент пошел, давай. Че, как уклоняться от этой детины? Оно большое, оно якобы готыч. Ну как я понимаю, мы дошли, да? Иди сюда, давай, богатырь, змей Горыныч. Да, наказ был на фестивале. О, черт возьми. Жать быстро. Я понимаю, я ему плюю в лицо. Убейте этого зомби. Хорошо. Но в лицо я вот так-то выстрелю. Нет, случайно, гранатомет. Почему все синее? Почему какие-то тележки с супермаркета синие? Что раскрывают синие тележки супермаркета с сюжетной точки? Ай, сука, извините, ударился зрение. Опять оружие поменялось. Нет, видимо, так задумано. Видимо, сценарист забывает, какое было оружие у главного героя и выдает ему то, что по памяти было. А именно ноунейм автомат. А патроны тоже выдают. О. Я типа отжарился. Клево, да? Фильм кончается схваткой с монстром. Нет, героиня видит выход. Где здесь видит выход? Где выход? А, здесь. Окей. И видит кого-то чувака, видимо, это хипстер с рюкзачком, который пытался выжить. И окей, мы видим выход. Видим трупы людей с сумками. И мы видим выход, мы видим лужи. А, и пулемет. Еще зомби? Отлично! Не знаю, вот в Рэмбо было развитие, господи. В Рэмбо было куча просто кровавого мяса. И что, ничего же, не страшно. Ой! Все, у меня сейчас PlayStation сгорит. От обилия мяса. А, не, их стало меньше. Ребята, девушки, что-то зомби преимущественно девушки. Мне кажется, этот парень просто метелки не дают, вот он и. Вот он и делает зомби девушек. Перегрел. И бывает. Там взрыв, и там взрыв. А в конце ее съедают зомби, да? Мне кажется, мы сейчас можем не выстоять. Их не плывет слишком много, и мы уже не сможем с пулеметом стоять. Да хрен его знает. Лишь бы сзади не зашли. Если с двух сторон сейчас бутербродиком меня обложат, то это все. Но, слава богу, бутербродиком пока не обкладывают. Просто стреляй. Ничего не делаем. Скоро кончится. Вот в предыдущий раз был интересен. Вот прям вот где надо было на ферме расстреливать из-за двух стрелочек, мне прям, кстати, зашло. Здесь я как-то уже не знаю. Здесь как-то, скажем так, уровень моего оргазма сходит на нет. Сейчас, подожди, я пулемет возьму. Вот, слышу, они идут, злые зомби. Покончить с чертовым мостом. Вот. Постой, зомби больше нет. Это значит, что нужно прорываться вперед. Давай, Тагил! О, ребят, а вы что зависли? О, ребят, вот. Они видят, это, видимо, статисты. Режиссер забыл крикнуть, ребят, вперед. В атаку на ГГ.
Во, все, видите, разбудил статистов. Вышел к нему, спросил, ребята, нормально все? Ребята, отлично. Скоро? Ребят, вы скоро кончите? У меня просто вопрос. Вы планируете кончать? Не, ребят, кончать вообще не хотят. Видимо, им нравится. Они вошли во вкус. Все, да? А, еще двое осталось, судя по мини-карте. Все, да? Итак, герой не видит блокпост. Это конец! Или нет? Но что ждет нашу героиню в конце? Другой солдат, который принимает ее за зомби. Пах! Хедшот! Титры! Пожалуй, я пас. Динамично, но герои почти не развиваются. Кстати говоря, будем развивать наше сотрудничество? Кстати говоря, убирайся отсюда, наконец. Фильм говно. Клёвому сценарию конец. Дальше неумирающая любовь. Чёрт, Ази, мне кажется, вот неумирающая любовь сейчас будет интересная. Мне кажется, вот следующий сценарий, вот мне зайдет. Мне кажется, вот сейчас, как бы, вот сейчас, стать забыл сказать, можете... Можно помедленнее, я дочитать не успел. Ладно, осталось 4 хлавы, и мы продолжим в них играть. Постой, 4 или? Нет, больше 5. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евген, и мы продолжим играть в следующей серии зомби-апокалипсиса. Всем пока, до следующей серии. Тикнопку лайка.